Да. Общались с вами по машине, Карл, хотел уточнить, как у вас там поиски машины собираются. А, ну вот хотел завтра съездить к дилеру, у которого заказывал автомобиль, уточнить там всякие нюансы. Вот там какие-то есть технические моменты. Как я понял, ну, минутку расскажу вам, я приехал к ним 14 марта, и как я понял, меня вписали в какую-то очередь или не вписали автомобиля, заказанного где-то в середине февраля. Вот. И такое ощущение у меня, что он сейчас приехал. Вот. А мне не присылают скриншоты своей программы, которые я фигурирую на 26-й неделе в июне. И почему-то там статус дилер сток ордер. Хотя мне кажется, что я должен быть со статусом какой-нибудь клиент или кастомер. Сток ордер какой-нибудь. Вот, но это я там все что-то там придумываю. Вот, и я просто хочу посмотреть и автомобиль, и кредит там рассчитать. Вот, вот, соответственно, то есть у меня варианты, почему я к вам еще обратился. То есть либо брать вот автомобиль у них, может быть, опять же, это зависит от юридической вот чистоты всех этих операций с допами, как какими-то особо ненужными, либо у вас автомобиль подороже, ну, примерно по такой же по цене, на самом деле, но с нормальными производственными вот этими опциями, ну, типа там затемнение там задних стекол, там нормально, вот этой дорогой, ну, может, особо не нужен, но нормальный, вот этой с камеры задней виды, ну, какие-то реальные там, ну, вещи полезные, может быть, да, которые, ну, особо не нужны, но это лучше, чем вот это доп. Оборудование, да, там, которое с большей накруткой. Вот, поэтому вот такая ситуация. Вот, и если я с вами, я просто немножко забыл, по-моему, с вами же разговаривал, и вы говорили, да, что, в принципе, там вот это без этого, и даже без доп. Оборудования, вот, можете тоже продать. Вот, поэтому я, кстати, вот в субботу тоже буду мимо Ярославки проезжать там сдачи, вот там, может быть, и к вам заеду. То есть я понимаю, что вы по телефону ничего не рассчитываете, что нужно к вам приезжать, да, ну просто у меня просто это Химки тут близко, под боком, вы чуть дальше, поэтому к вам немножко сложнее доехать. Вот, а Алексей, ну так... давайте так, вы завтра въезжаете там в Химки, где забронировали Да, машину, да, там да, финально там обо всем договариваетесь, добиваете все условия по сделке, да. Да. приезжайте к нам за встречным более выгодным предложением. Да, давайте так и сделаем. Да, я думаю, что они мне распечатки, либо хотя бы фотокопию дадут сделать, да. Вот, почитаем, там поговорим, потому что тут не пойми, что тут все, у всех там всякие эти схемы там на грани этики. Ну и, естественно, я понимаю, что все хотят на этом дефиците заработать. Вот. Вот здесь ничего такого, как бы, я не вижу плохого, да, как бы. Дефицит, Хорошо, как бы, да. Василий. Тогда завтра жду вас к нам в салон, собственно говоря. В какое время ты сможешь это сделать? А, смотрите, у вас кредитные специалисты в какое время работают? В режиме салона, либо как-то по-другому? Нет, в режиме салона, конечно. Понятно. А вот автомобиль, который вы мне хотите предложить, он у вас считается как бы выкупленный уже дилером, он как бы на него, он уже там в СТС вписаны вы, и либо он еще где-то там в поставке какой-то, или как там происходит? Смотрите, Василий, вклад каждый день обновляется, собственно говоря. То, что было вчера, может немножко не А. соответствовать сегодняшнему дню, да, но тем не менее, мы имеем в наличии автомобили на складе, да, и ближайшие поставки машины с номером. То есть про эти машины мы можем предметно общаться, собственно говоря, тестировать цену, условия, Понятно. А какие-то у вас там вот в этих договорах фигурируют обязательные минимальные какие-нибудь платежи, как вот это, или как это происходит? сумма договора, сумма. Ну, вот эти задатки какие-нибудь, авансовые платежи. Не, ну предоплату, если мы с вами договариваемся, вы вносите, собственно говоря, предоплату, там она у нас эфирная, 15 тысяч рублей, мы снимаем 15 минус тысяч, да, у продажи, вас? за которую мы ее получим. Она возвратная. А, она возвратная в полном объеме, либо удвоенная какая-то, Нет, или... не 15 вы нам заплатили, а 30 мы вам должны вернуть. Ага, я понял. Это Другое. предварительный договор, что ли, да, у вас через предварительный договор? Не договор купли-продажи, предварительный договор. Хорошо. Ну, если, чтобы ускорить, вы можете мне просто шаблон этого договора скинуть, чтобы я вас не задерживал там на встрече и не читал при вас все эти там многостраничные документы. Василий, его можно не читать. У нас можно день оформить договор основной А, купли-продажи основной, да, вместо ага. машин на машине с ТТС. Ну, понятно, но это будет на цене там плюс 100 у вас сейчас к рынку, ну, к прайсу, да, обычно там, или сколько у вас там. Все это готово, собственно говоря.
Окей. Окей, да, спасибо, что позвонили. Вот, проинформирую, пока не гарантирую, что успею все там в один день, может быть, там в воскресенье подъеду. Вот, хорошо. либо нас через недельку. Все, спасибо, что позвонили, что помните, да. Да, спасибо. Да. Спасибо. До свидания.